Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Вскрываем, смотрим, что у нас там. Так, а здесь у нас кассеты для бритья. Количество 4 штуки. Да, 4 штуки. Вот такие вот кассеты. Ну, я уже неоднократно заказывал у китайцев, они ничем не лучше тех, которые у нас продаются. Тех, которые у нас продаются не только на базаре, но и в магазинах. Стоимость их, если не ошибаюсь, $2.5. Отправка была июнь, 14 июня. Забиралась сюда, в общем, почти месяц. Ну, такие вот кассеты для бритья. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. Сайт GearBest. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.